тренерская скамейка следит за тем, как оказывается помощь, как реагирует на нее игрок. А вот как реагирует Шилов на отскок. И Шилов вонзает мяч ближний. 1-0. Родина 2 выходит вперед. Сейчас он начинает новую. Во-первых, отметим здесь Антонова. Именно он мяч в штрафную площадь смог доставить. Войти вместе с ним. И дальше вот такой неприятный отскок от Лапшова. Сориентировался на него Шилов и в ближний отправил. 1-0. Дальше что именно его большой футбольный бэкграунд игровой позволит и на тренерском ремесле себя проявить. А здесь прострел вот такой от Юдинцева и 2-0. Передачу выполнял Георгий. Всю атаку, свободное пространство, просто гектар. Перед Юдинцевым даже успел притормозить перед этой передачей. Неудачно подставляет чем? Ткачуком. Перевод Елизарова. И здесь можно, можно атаковать, можно забивать. Более того, забивает и Металлург, и это Сергей Гайдук. Сокращает отставание в счете. А мы смотрим голевую атаку. Подключался бесконечно Юдинцев, но и у него силы не бесконечные. Не успел вернуться к своим воротам. Стефанишин не успел накрыть и подстраховать Юдинцева, зато...